Впервые в округе прошло открытое первенство по плаванию «День кролиста». Организатором выступил спортивный клуб «Учинка». Задача соревнований – дать возможность спортсменам продемонстрировать, каких результатов они достигли. Участие приняли пловцы из разных городов области. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новая Пушкина». Всего было около 130 участников. Это спортсмены 2014 года рождения и старше. Всех разделили на 5 возрастных групп. Маленькие 14 год, 7-8 лет, они плывут 50 кроль. Старшие дети плывут 100 кроль. И самые старшие 400 кроль, это по желанию, для того, чтобы была возможность выполнить до первого взрослого разряда. Особенность стиля, что он называется, по сути, вольный стиль. И ребята могут как плыть на животе, так и на спине, так и допускается плавание брасом без подныривания. А также этим способом плавают для выполнения норм ГТО. Участники отметили высокий уровень организации соревнований. Здесь была электронная система хронометража. Сразу после финиша спортсмены могли увидеть, за сколько им удалось проплыть, и сравнить свое время со временем соперников. Все результаты можно было отслеживать онлайн. Я выложился на полную. В желании желаю получить новый разряд. Думаю, что это у меня получилось. Понравилось. Хорошая организация. Приятная чаша бассейна. Мне нравится получать разряды. Мне нравится вообще плавать. Делать старты, плавать кролем. То есть мне нравится. А вообще важно таким спортом заниматься? Да, важно. А почему? Потому что это тренирует выносливость, скорость плавания, технику. Такие мероприятия позволяют определить уровень подготовки спортсменов. Тем более участие принимают как спортивные школы, так и частные клубы. Это позволяет оценить и сравнить физические возможности ребят. Ну скажи, как твои ощущения, как проплыла? Я считаю, что проплыла очень быстро. И потратила все свои силы. Было трудно? Ну так, не очень. Награждение проходило у каждой группы отдельно. В дальнейшем спортивный клуб «Учинка» планирует создать серию стартов, таких как День спиниста, День дельфиниста, День брасиста, комплекс спринт и День стайера. Таким образом, этот вид спорта получит развитие в округе, и все больше ребят откроют для себя мир спортивного плавания. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.